В Чебоксарском филиале Московского политеха обсудили перспективы подготовки специалистов издательского дела и информационных технологий. Что могут сделать региональные филиалы для медиаиндустрии, смотрите в нашем материале. Медиаиндустрия объединяет профессионалов-гуманитариев, технарей, маркетологов и журналистов. Это целый спектр направлений, без которых немыслимо современное медиапространство, и которые дружно работают на успешный имидж региона. Московский политехнический университет расширяет линейку специальностей в регионах. Предмет сегодняшней встречи – обсудить эти возможности, понять, есть ли запрос отрасли на таких специалистов. Уникальная особенность Московского политеха – это ориентация на реальность. Потребности реальных работодателей. Отрасль испытывает дефицит квалифицированных кадров. Вернее, скажем так, отрасль меняется так быстро, что Московский политех должен стать не просто каким-то образовательным придатком к отрасли, а должен стать частью, значительной частью инфраструктуры отрасли, генерирующей и воспроизводящей для нее кадры. Сегодня же принято решение создать экспертный совет Чебоксарского филиала Московского политеха по подготовке кадров для книжной и медиаиндустрии Чувашии. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика.